Госжилинспекция Подмосковья оценила организацию работы по дезинфекции в 161 многоквартирном доме городского округа Клин. Осмотры проводились в тех домах, из которых на портал «Добродел» и социальные сети поступали сообщения о некачественной обработке подъездов или ее отсутствии. При этом некоторые жалобы не подтвердились. Как оказалось, многие управляющие компании старались не доставлять неудобства жителям и проводили обработку рано утром и выбирали средства, не имеющие сильного запаха. За 3 недели осмотров количество обращений жителей в соцсети снизилось на 87%. Процент многоквартирных домов, получивших неудовлетворительную оценку в ходе ежедневных осмотров инспекторов, снижен на 55%. Из-за неблагоприятной эпидобстановки РЖД отменили 53 майских дополнительных и 76 летних поездов. Те, кто уже купил билеты на эти поезда, могут переоформить их на другой срок или получить деньги обратно. Технология дистанционной отмены поездки уже работает. Кроме того, организована рассылка уведомлений об изменении в графике движения поездов. Для их получения следует оставить номер своего телефона в кассе, на сайте или в мобильном приложении. Также в пресс-службе РЖД отметили, что при улучшении ситуации вопрос о восстановлении маршрутной сети и назначении дополнительных поездов будет оперативно решен. Лесники Подмосковья теперь имеют полное право выписывать штрафы гражданам, гуляющим по лесу. Таким образом, в регионе решили пресечь массовые прогулки жителей. Сотрудники областного комлесхоза и ГКУ «Мособллес» уже начали усиленное патрулирование. Нарушители режима самоизоляции ожидают штраф в размере 4000 за первое нарушение и 5 за повторное. Исключение, если путь на работу к ближайшей аптеке или магазину лежит через лес. Но в этом случае у человека должен быть оформлен цифровой пропуск. Первые лесные штрафы в регионе уже выписаны. Подготовка памятников ко Дню Победы в Подмосковье завершена на 85%. Все работы проводятся с использованием средств защиты и соблюдением норм безопасности. Всего в Московской области свыше 3000 памятников и монументов, посвященных сражениям в Великой Отечественной войне в 60 городских округах. Некоторые из них знамениты на весь мир, другие небольшие, но олицетворяют знаковые события. Всего в Московской области планируется привести в порядок ко Дню Победы около 700 объектов. Работы закончатся к 30 апреля.